Воспитанник школы «Театр Art & Soul» 16-летний Лев Пак в новой постановке «Пеппи. Длинный чулок» появляется в самом финале. Играет роль пропавшего отца, от которого Пеппи получила наследство. Но совсем недавно Лев исполнял роль школьника в спектакле «Насквозь». Именно с этой постановкой «Art & Soul» взяли золото на фестивале «Футурум» в Москве. Эмоции от долгожданной победы до сих пор переполняют Льва. Мы долго шли к этому фестивалю, было очень много нервов, много волнений. Победа в этом фестивале показывает то, что все было не зря, то, что мы готовились к нему очень долго и, самое главное, трудились. Трудились над спектаклем «Насквозь» с сентября 2017 года. Часы репетиций не прошли даром. Большую часть времени ребята оттачивали хореографию и пластику, чтобы как можно точнее и правдоподобнее передать переживания школьников в постановке. За спектакль «Насквозь» мы получили главный приз на фестивале современной хореографии «Футурум». Спектакль о школе, о сложностях, о заботах, о проблемах и о личности, об индивидуальности. Затронуть тему образования оказалось не так уж и трудно, а вот танцевать и двигаться лучше всех остальных участников фестиваля – задача не из простых. Но и с ней коллектив школы «Театр Art & Soul» справился на отлично. Для нас это честь, потому что мы, не будучи профессионалами в хореографическом мастерстве, получили очень хорошие отзывы на хореографическом фестивале. Мы ездим, но просто для опыта. А тут получилось, что нас отметили, потому что работа попала в самое сердце, она очень глубокая. В самое сердце зрителя попадут и другие постановки школы «Театр». В этом уверены как художественный руководитель, так и сами воспитанники. Сейчас они над этим активно работают. Дарья Галакова, Сергей Сомов, телеканал «Реутов».